Сегодня у нас тема красный чай, джэньшань сяоцзю. Инь у нас будет, инь, так вариантик, женский вариантик нет, этого это чая. Это женский, да. Чай, который за пределами Китая называют черным по цвету сухого чайного листа, в Китае называют красным по цвету настоя. Самые известные из этих чаев – дяньхун со вкусом сухофруктов и меда, кимун с мощным черносливовым вкусом и джэньшань сяоцзю, с которым сегодня мы и познакомимся. Его еще называют дымный чай. В России он более известен как лапсанг сушонг. Название этого чая дословно переводится как «малые кусты с горы Джэньшань». Его начали производить в начале 17 века. Выращивают данный сорт в китайской провинции Фуцзянь. Чайные плантации расположены на склонах горы Джэньшань, недалеко от города Уишань. Но начнем по порядку. Уишань – это небольшой городок в Китае, расположенный в одноименной горно-скалистой местности на границе провинции Фуцзянь и Цзянси. Уишань – это другая реальность, параллельный мир, живущий по своим законам и со своими идолами. Уишань – это родина утесных улунов, вокруг города сотни деревень, которые занимаются производством знаменитого чая Дахунпао – большой красный халат. Уишань – это монастыри, скалы, реки, непроходимые леса. Уишань – это трекинг по 50 км в день пешком, в горку, с горки, через плантации, на бамбуковых плотах, с раннего утра и до позднего вечера. Это место силы, место, в которое хочется возвращаться снова и снова.
Прежде всего, этот чай ценится за свои полезные свойства. Общее укрепление организма, настраивает на положительное эмоциональное состояние, обладает легким успокаивающим действием, способствует эффективному выведению из угнетенного состояния. Повышает работоспособность, хорошо согревает, богат витаминами, аминокислотами, способствует выведению токсинов и канцерогенов из организма, улучшает состояние крови, помогает улучшить функцию желудка. Его рекомендуется употреблять после длительных физических нагрузок на холоде. Абсорбирует жиры, нормализуя обмен веществ, укрепляет стенки сосудов. Благотворно влияет на поджелудочную железу, кишечник, отлично очищает печень, хорошо воздействует на зубы и десна, укрепляя их. Как заваривать? 5-7 грамм сухой заварки положить на объем 200 миллилитров. Но, в общем, здесь чисто индивидуально. Кто покрепче, значит, воды можно поменьше, чая побольше. Ну, в общем, кто как хочет. Залить кипятком 95-100 градусов. Первую заварку мы сливаем, так как она предназначена для промывания чайного листа и его раскрытия. Последующая заварка должна быть около 1 минуты. Заваривать чай можно до 4-5 раз. Ну, в зависимости, сколько положили, сколько воды, сколько, ну, это все зависит от этого. Шуточную. Слабые мстят, сильные прощают. А я счастливая, все забываю. Вот такая у нас цитата дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
见惆怅，昨夜望春远风，春风不知花落时，独有雨夜花。有情情。